Всем привет! Сегодня я хочу вам поделиться вот одной неожиданной радостью. Мне пришли две посылки. Я уже одну вскрыл. Это спасибо Ирбису. Посмотрел на его канале, как он пилит пилой Фискарс. И заказал себе такую же. Вот мне пришла. Заказывал на eBay. Стоит $20. Пришла буквально, ну, за 2 недели. Вот такая пила. Сегодня попробуем ее испытать. Схожу в лес и попытаюсь предоставить отчет. Ну, это Фискарс 73, SV73. Длина в разобранном виде 160 миллиметров, зуб крупный. Попробуем попилить. Еще пришла долгожданная посылка Гербер. Я его заказал еще 5 ноября. Мне отписался продавец, что 20-го он уже вышел из Гонконга и 65 дней неизвестно где был. Получил буквально через 3 месяца после заказа. Пришла коробка помята, где она путешествовала, неизвестно. Вот такой ножик. Чехол для ножа пластиковый. Здесь есть ножеточка для заточки ножей в полевых условиях. Крепится, чтобы не вылетал резиночкой рукоять. И сам нож. Ручка прорезиненная, длина лезвия где-то 9,5 сантиметров, толщина 3,5 миллиметра, ну, заточку я уже сам подправил. Вот попытаюсь сегодня при помощи этих инструментов двух сходить на природу, развести огонь, попить чайку. Пока!